Какие качества в женщине ценят мужчины? У нас вот здесь структура есть, которая называется мозолистое тело. Это связь правого-левого полушария. Вот у женщины этот орган развит намного больше. И поэтому у женщин лучше интуиция, женщины лучше воспринимают сенсорно окружающий мир, цвета, запахи, вкусы, ощущения. Но если мужчина ориентирован на цель и теряет интерес к цели, которая решена, задаче, которая решена, очень важно никогда не стать решенной задачей. Поэтому чем более иррационально и спонтанно ведет себя женщина, тем больше она его интересует.